поддержим наших гостей из Болгарии. Им трудно сегодня, но так уж заведено. Были сильные мужики! Боец, рост 185 сантиметров, вес 115 килограмм, чемпион Болгарии по вольной борьбе, призер чемпионата Европы по вольной борьбе Мартин Лазаров! В синем углу представитель ринг стула, боец вес 106 килограммов, рост 182 сантиметра, победитель Кубка Европы по дзюдо, мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо Федор Емельяненко! Значит, сейчас смотри, сейчас просто по своему микрофону Петькову позови, потому что его нет, и кто только сейчас здесь был. Ну, ты или где-то найти его надо, что он будет. Ну, просто позови Петьков, подойди. Да вон он стоит, вон он. Это пятый, да? Да. Отойди. Там. Антракт у нас сколько? 20 минут? Да? Там с Ниной они там квасят потихонечку. Не надо им это все. Снимай!
Такой счет объявляет судья, понимаешь, главный судья. Я не имею права говорить 2-1, 3-2, понимаешь, это говорит главный судья соревнований. Это он не должен. Говорит. Ну пусть не говорит, что ты. Какой счет? Не знаю. Федор Гемельян!